Средняя школа номер 11 села Супсек заняла первое место среди сельских школ Анапы по итогам месячника военно-патриотической работы. Учащиеся школы и члены поискового отряда представили результаты кропотливой работы, которая длилась не один месяц. Теперь на стендах в учебном заведении можно увидеть сведения об односельчанах, участниках Великой Отечественной войны. Мы патриотическое воспитание начинаем с воспитания любви к своей малой родине, к нашему Супсеху, к Анапскому району, потому что то, что дети видят, то, что они могут потрогать руками, оно наиболее близко им. И вот через любовь к малой родине, через патриотическое отношение к своему самому близкому окружению, мы воспитываем и патриотическое отношение к своей родине большой, к России. Наши дети знают, почему почему улицы Супсеха названы определенными именами. Кто эти люди? Например, герой Советского Союза Жолоб. У нас на стенде висят до сих пор работы учителей, работы ребят. Они обновляются. Это очень хорошее, я считаю, очень хорошее начало. Мы его будем продолжать, когда дети знают историю своей семьи, своей улицы, своего поселка. Лучше, наверное, патриотического воспитания не бывает.